Здравствуйте! Для тех, кто забыл, меня зовут Роман Беглов, мы на курсах гитары в Щелково. Сейчас я вам расскажу про палку-моталку, как дословно переводится вот это вот приспособление для намотки струн. Вот меня многие заходят ко мне в офис и спрашивают, а что это у тебя такое лежит? Думают, что это баловство, и я так успокаиваю нервы тем самым, когда люди играют мне коричневые ноты. Нет, то есть мы берем просто, надеваем на колок, простите. Я очень волнуюсь, когда меня снимают. И вот двумя движениями я вообще струну спустил, так сказать. А если вы хотите узнать подробно, как этим пользоваться, приходите к нам на бесплатное пробное занятие. Я вам с удовольствием это расскажу в исчерпывающем виде.